конечно, медицина идет в сторону наименьшей травматизации тканей или вообще отказа от каких-то операций, более больших, открытых. Поэтому в связи с появлением большего количества оборудований, большего количества технологий, конечно, возникает необходимость большего количества специалистов, которые будет необходимо уметь работать на этом оборудовании, уметь использовать эти технологии. Поэтому чем больше будет у нас таких операций малоинвазивных, тем больше будет необходимость специалистов, которые умеют выполнять, умеют пользоваться этим оборудованием. Мы изначально как бы определились уже много лет назад с фирмой, которую мы использовали не только для перфузионной хирургии, для там, лазерной нуклеации, для там, туров для этого, для контактного шторцоборудования, для всей практической эндоскопии. И гибкий, и многоразовый, и полурегидный, толстый, тонкий. Если в каждом регионе создать условно такой центр, как в Сеченовском университете, у нас мы прошли обучение специалисты и выучить менторов, которые бы на местах уже в последующем проводили бы обучение местных специалистов, то, возможно, это как бы ускорило процесс обучения. Вот. Но создание такого центра – это достаточно как бы дорогое удовольствие. Не каждое медицинское учреждение, не каждый университет может это себе позволить. В нашем центре врачебной практики, практики медиков, ну, пожалуй, одно из единственных в России, где возможно такой курс проводить в VetLab, как мы провели сегодня. Это будет везде, рано или поздно, там, через там, 10-15 лет уже никого не удивишь, как бы там ни гибкой интрарональной хирургии, там, или там мини, или ультрамини там, перкутанной хирургии. Финансовое вливание компаний, которые как бы заинтересованы в том, чтобы развивать свою продукцию, продвигать те направления как бы хирургические, малоинвазивные в регионах, то, конечно, нужно создавать некие такие центры по обучению, как бы, и, конечно, с привлечением вот таких крупных компаний.